В каждой работе есть свои преимущества. Вот у меня, например, есть возможность позаниматься с персональным тренером. Хотя вот в реальной жизни, не на телевидении, я ни разу в жизни не занимался в спортзале с персональным тренером. А сегодня у нас в гостях Виталия Дмитриева, которая является финалисткой Кубка мира по бодифитнесу и неоднократной вице-чемпионкой Эстонии. Доброе утро! Доброе утро! А помогать нам будет зарядки Арина. И что мы сегодня будем делать? А сегодня у нас будет комплекс упражнений с гантелями. Ну, так как я персональный тренер и тренер по фитнесу, танцев не будет. То есть небольшой такой разминочный, очень хороший, позитивный. Я думаю, гантели, даже если дома нету, то вы можете взять обыкновенные бутылки, наполнить их водой и использовать их вместо гантелей. Ну что, давайте тогда приступим. Тогда начнем. С чего начнем? Так, начнем с небольшой разминки, так как это утренняя зарядка. Пока без гантелей. Без гантелей. Итак, ручки наверх, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Так можно сделать до 10 раз. У кого какое настроение? Так, теперь берем гантели. О, какая короткая разминка. Ну, мы не будем... Гантели какого веса? Вы взяли по килограмму, мне уготовили два. То есть большой вес с утра не нужно брать. Мы должны запустить нашу систему. Мы не работаем на силу. Конечно, конечно. Итак, начинаем с упражнения на плечи. Ставим ноги на ширине плеч. Сразу же напрягаем мышцы спины и живота для равновесия. И начинаем разведение рук в стороны. Итак, поднимаем локтем до параллели с плечами и вниз. И поехали. Раз. Руки чуть согнуты в локтях. Да, да, работаем только плечевым суставом. Два. Три. Четыре. Следим за дыханием. И именно пять. Медленно все должно быть, да? Да. Никакой спешки. Шесть. Никуда мы не торопимся, никуда не спешим. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делать можно до 15 раз. Кто как хочет. Но мы сегодня чуть экономим да. время эфирное. Следующее упражнение сразу же переходим, не останавливаемся, на бицепс. Итак, ноги на ширине плеч, все очень просто. Мышцы спины и живота напряжены. Итак, руки у нас параллельно ногам. И начинаем поднимать гантели. Идет у нас работа бицепса. Подъем в локтевом суставе. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять и десять. Делаем так же. От 10 до 20 раз, кому как хочется. Следующее тут же переходим упражнение. Ноги вместе. Наклоняем корпус тела чуть-чуть вперед. Руки параллельно туловищу, согнуты в локтях. И начинаем разгибание на трицепс. И поехали. Один. При этом при выполнении этого упражнения, два, обязательно должны руки быть прижаты к туловищу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Теперь положим гантели и сделаем небольшую растяжку на мышцы. Итак, делаем растяжку на плечо в одну сторону. Обязательно следите за тем, чтобы рука была параллельно плечу. Теперь в другую, для того, чтобы мышцы не забивались. Так, теперь сделаем на бицепс. Руку вперед и немножко ладонь начинаем назад. Растянули одну. И теперь вторую. И третье упражнение у нас было на трицепс, поэтому руку заводим за голову и начинаем тянуть наш локтевой сустав. Потянули один трицепс, меняем плавно руку на вторую и потянули трицепс второй руки. Итак, немножко расслабили и переходим теперь уже на комплекс упражнений на ноги. Давайте. Так, берем гантели и будем делать классические выпады назад. Их существует два варианта.
Можно делать простой. Это когда ноги на ширине плеч. Можно даже сделать чуть-чуть пошире для устойкости. Мышцы спины и живота напряжены для баланса. Только расслабим, мы начинаем гулять. И начинаем от введения ноги назад. Те, кто уже давно делают, могут сделать немножко по диагонали. В этом выполнении... Главное равновесие не потерять. Да, да, здесь вот есть такой момент. И самое главное, следите за тем, чтобы колено наше не выходило за носок. Иначе... Чтобы прямой угол был. Да, иначе при выполнении с большим весом у нас идет повреждение колена. Идеально, вообще идеально. Не первый раз замужем, так сказать. Много уже тут зарядок провели. Мне нужно будет вас пригласить в спортзал. Выманить, так сказать. Да. Итак, ну и таких же повторений тоже 8. На каждую ногу 10 и 10. На каждую ногу 10. Потому что мы делаем по одной. Ну, давайте хотя бы 4 сделаем, а то время уже у нас заканчивается, начинает. Так. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И еще что-то должно быть, по идее, в арсенале. Семь. В арсенале может быть все, что угодно. То есть это разнообразие. И положим, давайте положим гастели и просто еще 5 раз сделаем на добивку обыкновенное приседание. Итак, руки вперед и пошли. Раз. Два. И сколько вот таких кругов сделать? 4. Можно от 3 до 5 кругов. 5. Ну отлично. В таком случае будем считать, что мы сегодня получили хороший совет о том, как нужно начинать свое утро для того, чтобы нормально размяться, привести мышцы в тонус, но в то же время не перенапрячься. Да, все правильно. А помогла нам в этом Виталия Дмитриева, персональный тренер и титулованная спортсменка, которая завоевала массу призов в бодифитнесе. И Арина нам сегодня помогала. Спасибо вам. Спасибо вам. Хорошего дня. Надеюсь, что утро будет бодрым. А я передаю слово Елене Соломиной.